Они не часто слышат в свой адрес слова признательности, но сегодня они по праву принимают поздравления. День работников ЖКХ стал отличным поводом сказать искреннее спасибо за труд специалистам жилищно-коммунальной сферы. Их работу никак нельзя назвать легкой, тем не менее, в ней есть и свои плюсы. Нравится коллектив хороший, нужность в профессии и чувство, что твоя работа приносит какой-то ощутимый результат людям. У меня очень интересная работа, общение с людьми. Это всегда так, как-то захватывает, всегда есть чем заняться. Ремонтировать нравится, когда у людей сломается что-то. Приятно, когда потом благодарят. Интересная работа, общение с людьми, с техникой. Нравится это, дарить радость, чистоту нашего города. Мы даем тепло и горячую воду жителям. И за это они нам благодарны. В общем, самое главное, это мы работаем на людей. В честь Дня работника ЖКХ лучшие специалисты отрасли были отмечены благодарственными письмами Министерства жилищно-коммунального хозяйства, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации округа. Концертную программу праздника подготовили участники творческих коллективов «Шарм», «Журавушка», «Девчата» и другие.